Десятки тысяч человек вышли на улицы Рио-де-Жанейро. Они перекрыли один из центральных проспектов и подожгли покрышки. Полицейские попытались освободить улицу, но на них обрушился град из петард и камней. В результате беспорядков есть пострадавшие. Демонстранты выступали против президентских реформ пенсионной системы и трудового законодательства. Мишель Темер у себя на родине сейчас крайне непопулярен. Его поддерживает лишь 7% избирателей. Рейтинг главы государства подкосили обвинения в коррупции. Генеральная прокуратура собирается предъявить ему обвинение. Однако прежде согласие на это должен дать Верховный суд. Запрос уже направлен.